Мы сейчас пришли вот на нашу лейку, где мы снимаем ролики, и начали снимать ролик. И сняли, наверное, 4 дубля или 5. До этого мы 2 или 3 раза повторили текст, он был классный. Потом мы сняли 4 или 5 дублей, и на 5-м дубле мы узнали и видели при просмотре, что, оказывается, мы текст вообще изменили очень сильно. И смысл в том, что вот то какие-то тела ходят по тротуару, по аллейке, и нам просто отвлекают, то какие-то машины гоняют. Сейчас еще джигиты проехали с музыкой там хай-вай. В общем, у нас съемки идут уже, наверное, какое-то 10 минут, да, или больше. Ну, в принципе, да. Еще вот так могут задом ездить. Еще вот так. Еще вот так можно. Да. И самое смешное, что вот ты начинаешь что-то говорить, кто-то появляется, кто-то подходит, идут какие-то люди, они останавливаются и стоят и ждут, вот просто тупо вот стоят сейчас и ждут, что будет. Дрифт-мастер будет. В общем, ребят, сейчас мы продолжим съемки, и я надеюсь, что вы уже, ну, уже на канале, наверное, уже ролик уже видите с этой лейки. Ставьте лайки, подписки, репосты. Всем спасибо. Пока-пока.